Приветствую всех любителей хороших игр, с вами Рирс. Мы продолжаем играть в Days Gone. Итак, дамы и господа, я тут за кадром немножко поиграл, пофармил ресурсов. Вы как можете видеть, или не можете сейчас видеть, наверное, непонятно. Короче, у нас всего по максимуму сделано. Вот можно создать эту микстурку одну. Всего наделал, чего мог. Тут не хватает бутылей больших. Вот эти все сделал, которые мог сделать. Ловушки, тут не хватает немножко пороха, чтобы их скрафтить. Нашел противопехотную мину. Покрафтил даже вот такие бомбы манок. Сколько это было возможно. В общем, затарился по полной. Также убил еще одну орду небольшую за кадром. Ну, такую же орду мы уже убивали. Решил ее не записывать. Короче, пофармился, ресурсы теперь есть. Садимся на мотоцикл. И теперь что нам нужно сделать? Найти анархистов, встреча с О'Брайеном, связаться с Уивером и встретиться с полковником Гарретом. А вот наше задание. Едем в лагерь, сделаем лагерные задания для начала. Прокатимся на новом мотоциклике. Ну как новом, обновленном. Поехали. Да, сейчас может нас повысят, может быть нет, кто его знает. Все улучшения мы взяли для мотоцикла, для своего. Все есть. На максимум прокачан он практически. Осталось только нитро поставить ему. И, по-моему, и кофра, да. И кофра дополнительно. И все, больше ничего не нужно будет ему прокачивать, к сожалению. Может быть, какая-нибудь DLC-шка выйдет. И в этой DLC-шке мы сможем, собственно, банши подкачаться. Банши, внимания не обращаем на них, просто едем дальше. Итак, дамы и господа, Пума, смотри-ка. Но она не догонит мотоцикл ни в жизнь. Что мы делаем? В прошлой серии мы убили здоровенную орду. Или бы в прошлой серии. Короче, сюжетная орда какая-то была. Мы должны еще были с Сарой свалить из лагеря, но Сару перевели в ковчег. Ковчег — это система пещер в горе. На этом острове, на котором живет полковник. И, короче, теперь оттуда ей никак не выбраться. Она всегда под присмотром, под надзором. Что очень и очень печально, к сожалению. И теперь нам нужно связаться с О'Брайеном, чтобы он помог вытащить Сару. И дальше сюжетная линия будет потихонечку закручиваться. Для начала поговорим с полковником, с О'Брайеном. Пойдем попожатрындеть. Короче, для вождения орды, для противоборства против орды, нам понадобится еще один пулемет дополнительный, который пойдет в категорию особое оружие. То есть вместо арбалета и снайперки. Там есть пулемет, российский пулемет, российского производства. Его сейчас возьмем, прокачаем. Ну, его прокачать, скорее всего, нельзя будет, только с третьего ранга лагеря. Ну, в общем, короче, что-то с ним сделать можно будет сейчас по-любому. По крайней мере, будет у нас больше автоматных патронов. И мы сможем лучше контролировать орду. Кстати, о навыках. Навыков нет. Нет. Дополнительных. За кадрами, кстати, апнул один навык еще. Я не помню, куда его вкачал. Ну, неважно. Итак, сейчас едем сначала к оружейнику. Затем нам нужно будет заправить мотоцикл. Ну, вот здесь паркуемся. Бежим к торговцу. Капрал Дикон Сент-Джон. Да, это я. Сержант, как поживаешь? Смотри, магазин 65 патронов у него. РПД. Берем. Эй, глянь, какая вещь. Просто показываю. Будем бегать с РПД пока что. Снайперка нам, я думаю, не нужна. Но мотоцикл прям знатный теперь стал. Стильный. Сразу видно, с душой проработанный мотоциклик. Конечно, не хватает всяких обвесов, допустим, как... я опять же уже повторяюсь, как в Dying Light, например, в дополнение. Там на машине всякие примочки вешались прикольные. Ядрить. Чё так прям серьезно-то? Генерал, полковник. Опять повысил звание его. А, нет, мы с другим. Эй, Уивер. О, капрал Сент-Джон. Заходи, приятель. Зацени вот мою хату. Да, неплохая обстановочка. Ничего, тогда. А куда бы сунули, если бы облажался? Ну, этажом ниже, на холодок. Ага, я слыхал. Она, знаешь, тоже не пришла в восторг. Да, знаю. Тебе что-то нужно? Не, ничего не надо. А хотя, знаешь, кое-что прям очень нужно. Слышишь? Слышу что? Вот, тишина. Полковник, если ты не в курсе, не фанат музыки. Видать, менанит, что ли? Это про танцы. Какие еще танцы? Менаниты любят музыку, у них другое.
Они не танцуют. А... О, да ладно. Ну, вообще мне пофиг. Нужен MP3-плеер. Наушники. Хоть что-нибудь. Звука. Ты что, шутишь? А что, похоже? Ладно. Спасибо. Совсем уже, что ли? Помешался. Отлично. Так, а какое еще задание здесь есть? Давай сразу к полковнику зайдем. И рать себе у него апартаменты. Тут... Вот когда я был молод, мы лазали по пещерам вроде этой. Искали петроглифы, рисунки мадоков других племен. Тысячелетней давности. Эти язычники ведь никогда не жили в пещерах. В холоде и мраке. А вот мы... Боже мой, как низко мы пали. Полковник, я... Солдат, я подчинявшийся искал... лейтенантам Уитакер и Уиверу, тот, кого ты заменил, ушел в самоволку. Он вломился ко мне и забрал принадлежащую мне Библию. Верни мне ее. Да, сэр. Я отметил на твоей карте место, где его видели. Ты свободен. И все, что ли? Как низко мы пали. Хороший солдат. Так, ничего нового не дали нам. Никаких... Угу. Пойдем послушаем сразу речь. А, затем. Ага, вот в эту сторону нам нужно. А, мы так и не смотри, не прошли эту сюжетную линию. Сюда, сюда, сюда. И все, да? Тогда поедем сначала за Цукитами, или кто они там называются. Как? О! Это хорошо. Итак, я хотел рукопашка, стрельба. В стрельбе взять контроль Орды. Вот это берем. Огонь на подавление, чтобы сдерживать Орду. Чтобы перейти в режим концентрации, удерживайте L2. Угу. Теперь с большей вероятностью оглушите противника, попав в него из стрелкового оружия. Классно. Но для начала... Да, речь послушать. Как давно я стоял перед вами и скорбел о гибели капитана Хименеса. Нашего единственного врача и моего близкого друга. И ради какой великой цели погиб капитан Хименес? Чтобы один наркоман, жалкое ничтожество, а не человек, смог ширнуться. Хименес погиб, потому что встал между наркоманом и сумкой с препаратами. Я предпринял меры, чтобы такого не повторилось. Ради их же безопасности я переместил лейтенантов Уивера и Уитакер в ковчег, где они будут находиться под охраной 24 часа в сутки. Смотри, как его плющат. Те, кто обладает специализированными знаниями и навыками, незаменимыми навыками, механики, инженеры, ученые, медперсонал, будут переведены на посты в ковчеге. До окончания войны. Отныне в ковчег будут пускать только тех, кто выполняет особые задания, и только при условии, что я лично дал добро. Никаких исключений. Я начинаю понимать, что наш враг, к сожалению, вовсе не фрики. Они не ведают, что творят. Человечество... Во всем его упадничестве и грехе. Вот кто наш враг. Приглядывайте за своими соседями. Зло окружает нас. Надеюсь, все свободны. Да, вообще-то. Зомби-то пострашнее будут. Зло окружает нас. Только 33%, прикинь. Джон, ты на связи? Уивер, да. Тебя плохо слышно, сигнал прерывается. Потому что я в пещере. Я удивлен, что вообще связь есть. Эй, я знаю, где можно взять MP3-плеер. Да ну, и где? Я был в лагере в муниципальном колледже, когда на него напали фрики. Колледж? Тот, что на востоке? Рядом с 97-й трассой? Да, он самый. Дом бойцов, утконос или как бишь его. Короче, когда мы отступали, я бросил там все вещи, в том числе и плеер. Черт, мне надо идти. Сообщи, как будешь на месте. Конец связи. Ага, ладно, будет сделано. Давай посмотрим, где это находится.
А, смотри, рядом. Там как раз орда, по-моему, была. Давай, давай, давай! Так, еще обычный одна. Возьмем. Погнали. Раз. Должно быть где-то здесь. Еще вот это. Да хорош. Отлично. Дай-ка теперь покрафтим коктейльчики. Ну что, догорай уже. Все зачищено вроде. Так, тогда сначала вот за MP3-плеером. Там был бензин, но пока бензин нам не нужен. Я думаю, здесь будет предостаточно бензина. В этой области. Там, куда мы идем, собственно, на миссию. Вы, кстати, напишите, не отстает ли звук от картинки, либо наоборот, опережает картинку. То у меня есть такие подозрения, что вот весь сезон записанный, он грешит этим. Как раз опробуем наш агрегат. Понятно, он как типа дробовика разброс. Откуда выстрелы? А, вот. Сейчас по-быстренькому влутанемся. Иди, иди сюда. Ладно. Я, по-моему, здесь лутался уже, если мне не изменяет память. О, есть бутыль. Хорош, сразу крафтим. Да, видишь, чисто бутыля не хватает. Итак, что мы здесь можем использовать? Бинтик. Давай используем. Блин, зря я ее использовал. Тряпка. Угу. Все у нас есть, в принципе. Остальное. И обычная бутылка. Все это пригождается. Абсолютно точно. Абсолютно верно. О, яд. Отлично. Он пока кроме стрел нам ни для чего не нужен. Ну, хотя бы так. Пускай будет. Вам же нравится это процесс лутания. Просто не отрицайте это. Примите. Подушку безопасности еще надо вытащить. О, керосин. Без него вообще никуда. Вот она, подушечка безопасности. Самое классное, когда ты лутаешь машину, полицейскую машину, в ней подушка безопасности, лом, патроны и еще сигнализацию можно снять. Тоже крутая тема. Если бы не эти условности игры, бензина вот бы здесь не хватило никому. Это определенно. Смотри, как долго заправляет. Готово. Бак бездонный практически. Уивер, я на месте. Блин. Сен-Джон, отлично. Слушай, я был распортирован в такой типа палатке. Она стояла в самом центре лагеря. Так. Ну, а можно еще каких-нибудь деталей? Эти бараки все на вид одинаковые. Сейчас. Точно! Рядом с ним был флагшток, высокий такой, а на нем старый добрый звездно-полосатый. Очень патриотично. Ладно, я погляжу. Конец связи. А я и не знал. Что любовь может быть так же штока? Или как там пел Киркоров? Всегда нужно. Это точно. Для всяких микстурок.
Нам бы как-то увеличить инвентарь, чтобы микстурок было больше. Допустим, как в Red Dead Redemption 2. По 99 слотов. Ни на что не намекаю, конечно, но мало ли. Если захотите. Вот они. Это здесь. Здесь орда же не должна повториться. Мы же все зачистили. О, есть смысл повторно полутаться даже. Банка. Занимаемся своими очень интересными делами. Тотальный лут. Канистра. Блин, а зачем мне канистра-то сейчас? О, что-то было. А, вот и флаг. По-прежнему поднят. Вот он, плеер. Вот, вот он. Надеюсь, Уивер, дело того стоит. Ну, по идее, нас всегда должны были привести по сюжету. Здесь была бы орда, нам пришлось без ней бороться. Ну, короче, понимаете, да? К чему я клоню. Но мы уже это сделали заранее. Убили орду, зачистили гнезда. Что мы еще тут сделали? Активировали Нера. Блокпост. Ну все, валим отсюда. Теперь вот. За топливом. И там, скорее всего, новые лагеря сейчас будут. И новые рецепты, соответственно. Банши. Блин. Сейчас орать начнет. Давай! Успел. Не так много. Справимся. Ай. Сразу чиним. 6 слома, ё-моё. Больно? Так, пускай один бин в запасе всегда будет, чтоб можно было его подсобрать. В сарайчике, что ли, в этом? Да, смотри-ка. Странно, что здесь больше ничего нет. А мне больше нравится ночью исследовать. Как-то поопаснее. Ну все, едем в новую область. Здесь еще мы не бывали. Подожди, посмотрим время. Сколько? 5 утра. Все, сейчас будет рассвет уже скоро. И зомби перейдут в свой обычный режим. Лагерь бродяг. Так, отлично. Лагерь бродяг есть. Новый рецепт. Заедем? Сволочи нападают на всех, кто рискует выбраться за припасами. Определенно заедем. Это ловушки, надо смотри. Надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. А нет, это какое-то растение ядовитое можно собрать. Ну-ка, дай-ка. Установим. Завалил. Дело за остальными. Это что такое? Цикута. А это есть цикута. О, даже так это работает. Ладно. И вот тут еще. Цикута, цикута. Мне нужна цикута. А ее здесь много? Вау. Ну, наконец. Нужно еще. Здесь мы не пройдем.
есть. Смерть твоя. Отвал башки называется. Лагеря-то, смотри, прям мощнее стали. По 19 человек так, аж зачистить вот надо. Это вполне похоже на болото. Посмотрим. Надо еще нарвать. Надо найти еще. Прям пулеметчик сразу будет. Во! Давай, с автомата! Хоть одного бы попасть еще. Давай-ка. Как в боевиках пробежал, блин, от патронов. Не убежал. Есть. Есть. Тун, тру-тун, тру-тун. Дай-ка. Сейчас себя бафну. И помчали. Сбоку! Давай туда! Давай, иди сюда, подлая ты скотина. Лутаемся. За ним. Они тут как тараканы. О! Ой! Он убил нашего! Я ранен! Выкачи, ну уж нет. Такую ногу полутал одну. Там был порох. Дай-ка сделаем. Этого хватит. Я заранее налутаю еще побольше. Ай, максималка, блин, по 5 штук могу только таскать таких. Ай, ничего пока из них делать не могу, тоже печалит этот момент. Так, ну пулемет мы поняли, что только против орды хорош. Здесь была бы снайпа, я бы тут перестрелял всех подряд вообще. Со снайпы с этой. Подожди, а где все остальные-то? Клыкачи-то хер с ней, пускай они там драконятся. Сидят. Вон, за этой... За базой, так сказать. А, так он такой большой лагерь, оказывается. Что за звук был? А, вон они. Неужели вы не слышали, что тут месиво идет тотальное? Я манал таких людей. В укрытие. Ну же, бейся. Где вы? А, вот он. Здорово. И последняя мразь.
Пока он там прибежит, этот последний. Вон он. Вижу! И это все? Все. Что вы можете? Ну да, ожидаемо. В следующий раз дважды подумайте, прежде чем на кого-то напасть. А, у таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Конечно. Как иначе? Ни одно еще поселение не обходилось без подземного убежища. Вы что, сударь Дикон? Это как пить дать. Ой. Ничего. Здесь тоже ничего. Здесь все полутали. Окей. Ищем вход в бункер. Он где-то здесь должен... Вот он, по-моему, был. Нет? Вот он. Бункер. Да, вот он. Труп сразу исчез, видел? Залазь, что ты стоишь? Все разные бункера. Ну давай. Только скажи, что рецепт у тебя есть какой-нибудь. Они тут все подробно разметили. Блин, нету. Придется искать. Где-то лагерь еще один должен быть рядом. О, здесь Нера. Раз, два, три. И, кстати, вот здесь я еще пропустил Нера. Значит, где-то в этой стороне должен быть бункер. Еще один. Че, есть смысл гнезда крикунов зачищать, как думаешь? Так, мы сейчас поедем. Давай сюда, сюда. По пути гнезда. Давай все-таки гнезда по пути зачистим. Возьму-ка я арбалет. Берем арбалет. С автоматом попозже походим. Что там по патронам сейчас посмотрим. Тоже выйдем отсюда. Да, вот зажигательные болты берем. Бензин. А, подожди, я здесь еще ничего не лутал. Ну, давай так сделаем хотя бы. Блин, волчара. Позорный. Порядок. Отлично. Седлаем. Итак, да. В обратную сторону нам нужно. Зачистим гнезда. Гнезда. Раз. Два. Где-то рядом. Я уже чую вонь. Вот еще гнезда. Бродяги, что решили поохотиться? Ну и хорошо. А то сколько можно за мной гоняться? Хорош. Большая кошка. Все. Неро. Ну смотри, вопросик. Опачки. Может, пленного найдем какого-нибудь. Походу, вон тот зомбарь его терзает. Там не зомбарь, даже там громила. Давай его отравим. И подожжем еще.
Лежать. А, во, нашел. Ладно, посмотрим. Вот ты где. Опа. Пойдем по бруталу. Что за черт? Этим ты собираешься драться? Да? Ну, ой-ой-ой-ой. Ишь ты. Просто бегает вокруг. Пленник один есть. Держись, держись, я иду. Как раз посмотрим, слушай, сколько бабосов. Водище тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Уизер Айленд, Даймонд Лейк. Даймонд Лейк нам нужен. У Даймонд Лейк есть лагерь ополчения. Спроси капитана Коури. О, спасибо. Спасибо. Черт, я думал, у меня конец. Мне... Я бы сдох, понимаешь? Да все, давай, я понял тебя. А, по-моему, здесь тоже неподалеку орда была. Внизу. Сейчас гоняем. Черт. Это надо уметь. Тут не надо было даже прыгать-то. Еще один инъектор. Хорошо. Давай запас сил. Да. Я чувствую прилив сил. Это тоже взорвут? Раньше времени не взорвут. Заметка номер 1005. Собираем данные в секторе 812. Это мост на 97-й трассе. В прошлый раз мы проверяли датчик движения 8.00 три дня назад. Подождите, я вас перебью немножко. Теперь нам к этому блокпосту надо. Железный Майк был прав. К нам до сих пор ломятся туристы из Калифорнии. Только они голоднее и не такие разборчивые в еде. Блин, банши! Окей. Это да, это была орда. Вы были правы, господа. Я глупец, я не верил вам. Стой. Нет, вот этот стимулятор. Давай теперь с фугасок начнем. Раз, пошла жара. А слушай, не так много-то пострадало. Они вон все наверх дринулись. Стой. Зачем я к ним-то прям иду? О-о-о, там еще и медведь. Вы чё, серьезно что ли? Окей, пускай они там дерутся. Мы сейчас зайдем с этой стороны. Твою мать, у меня вот автомата нету. Сюда, ребятки! Дай-ка. Вот эту штуку. Вот эту штуку. Автоматик.
Мало боеприпасов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стой. Большой медпакет используем. Затем вот эту штуку. Лекарственную микстуру. Концентрацию. И дробашку берем. Тащим вас обратно, окей, говорили. Я вот кофру хочу взять. Вот что меня беспокоит. Давай, есть! Перезарядка. Ясно, я понял. Угаску давай кинем. Создадим. Ой, она все еще идет, орда-то. Это только малую часть ее долблю. Получается. Идем. Берем коктейль крутой. Давай, закидываем. О, нет, это зря я сделал. Стоять. Гранату. Ясно, загрызли меня. Окей, пробуем еще раз. Там некуда было спрыгнуть просто. Фух, жестко. Жестко. Смотри, я хочу сейчас доехать до какого-нибудь лагеря. Сюда давай. Быстрое перемещение сделаем. Сейчас возьмем все-таки обратно автомат наш. И поедем на эту орду. Зачистим ее сейчас. Вместе с вами. Смотри, это прям полноценный блокпост НР. Я вот думаю, что лучше сделать сначала. Уничтожить их? Давай уничтожим, потом блокпост. Очистим. Вон она идет, орда, смотри. Сейчас прям закидываем их коктейлями. Попаду. Пипец. Ладно. Вот так. Куда бежать, я пока не придумал. Опа. Гранатку берем. Уходим. Уходим. Да, вот такую используем. Затем опять на гранату переключаемся. Бегут. Перезаряжать надо. Стоять. Пробуем. Фух. Блин, зря двойную использовал.
Все, давай, переключаемся на автомат. Блин, дебил. Недобитый вон бежит, смотри. С быка. Угомонись. Уху, собираем ушки. Ушки на макушке. Засчиталось за орду, за полноценную, интересно. Сейчас все пособираем, посмотрим. Что-то у меня подозрение, что мы не всю ее зачистили. Там, да, частично разбрелась она еще. Ну, большую часть, по крайней мере, этой орды мы смогли забороть. Непонятно, убили мы ее всю или нет, но кое-что точно мы убили. А, смотри сейчас, что сделаем. Сейчас приманим орду к себе. Манком. Не манком, а... Ну, ты, короче, сейчас увидишь все. Что я буду рассказывать-то. Полить контору, так сказать. Прям орды-орды не слышно. Так только. У кого их тут осталось-то, господи? 4 калеки, блин. Давай попробуем. С обычного коктейля Молотова начнем. Давайте сюда, идите, алло. Додики. Погнали в толпу. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Да вы можете сбрестись-то в одну компашку? Алло. Привет. Это я, медведь. Воу-в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 оу
Тара-та-тан. Тихо. Перезаряди уже. Они прям не хотят за мной идти, ты представляешь? Мне приходится их на себя наманивать. Какая непослушная орда. Ну тут 5 коллег осталось. Короче, смотри, что делаем. Хотя я боюсь, что пропадут.
пропадут все значки вот эти вот. Пойдем пособираем. Они пускай бегут за нами. Собралась на орду-то. Че, она приманивает? Нет кого-нибудь? Волков приманила. С горем пополам, вот просто с горем пополам. Собрал всю орду, едино. Что это такое? Что происходит? Почему они не могут нормально реагировать? На живца будем ловить. Во. Только бы не оказалось, что... А инъектор? Крутые у Нера штуки. Так, что там я прокачивал-то? Давай концентрацию теперь возьмем. Потом будем хп. И так, короче, по цепочке будем идти, чтобы постепенно все восстанавливать. Конец света, приз получен. Все, на 100% сделали. Наклейка новенькая, смотри, какая прикольная, голубенькая. Вот так. Нужно будет ее проюзать. Слушаем. Регистратор, здрасте. Все ломится и ломится. Им сюда не пролезть. Никак. Черт, генератор. Топливо кончилось. Мы остались без... электричество. Черт, черт. Успокойся. Ты не понимаешь. Мы живем. Двери. Мы задействовали аварийную блокировку. Вон, они друг друга убили, видишь? Мы не сможем их открыть. Что, что нам делать? Не знаю. Я первый. Сначала меня. Три зомбаря. Окей. Так, давай, прокачаем сейчас. Что там я хотел? В стрельбе что-то же было, да, у нас? Берем вот эту штуку. Не расходует концентрацию. Ну и чё, набралось тут людей? Ловим. Ё-моё, а там много их, слушай. Дай-ка им закину коктейльчик хороший. О, да. Уходи. Во. Сейчас побольше найдет. Куда с моста-то идете? Я вас специально на мост приманиваю, а вы с моста уходите.
Во-во-во-во-во-во-во-во-во, я понял. Вы не промах, ребята. Отходим. Что могу сказать? Все хорошо. Пойдем с байка заберем. Патронов побольше. Хоть этими достреляем уж. Скорее всего, из этого туннеля будет их просто больше выходить, они откуда-нибудь с другой локации идут и идут и идут и идут и идут. Это не считается как за полноценную орду, просто место для фарма такое. Ладно, пускай работает, приманивает еще зомбарей. Поехали отсюда. Вроде орда зачищена. Achievement complete, как говорится. Поехали, короче, в лагерь, посмотрим, сколько. Сколько мы нагородили делов. Вот в этот лагерь поедем. Во время боя. А какого боя? Фу, нахрен боя, уже давным-давно бой закончился. Ну, там нет никого, но мы всех зачистили. Насколько можно эту орду мутузить бедную? Она не идет в зачет, так сказать. Сейчас уедем подальше. Все, вроде вышли из боя. Да. В этот лагерь именно едем, потому что здесь у нас улучшение для оружия. Для нашего. Ой, для оружия, для мотоцикла. Все, уже язык заплетается, нужно сделать небольшой перерыв. После такой орды сейчас посмотрим сначала, сколько тут. Ну, видишь, считай, мы убили две орды. Вот они по-любому будут по кулдауну из этого туннеля идти, как из другого туннеля. Помните, где мы тоже пришли на блокпост Нера? Там был маленький туннель и была небольшая орда. Не помню, в какой-то серии было. Ну, в общем, я туда приехал еще раз, и там опять сидела новая орда. То есть такие орды, видимо, не зачищаются уже до конца. И там можно просто это приходить и фармить, когда у вас нужно апнуть, собственно, лагерь. Капрал или подфармить. Смотри, 473 зомбаря мы всего лишь убили. Продаем все и смотрим, сколько у нас неплохо. Бабулесов есть. 6900. Пойдем посмотрим, что мы можем капрал. Еще купить, чего у нас там не хватало. Мой, по-моему, все купили. Долгая серия, конечно, получилась, но ладно. Быстренько пробегимся по характеристикам. Третий уровень. Да, все, третий уровень. Пойдем смотреть по окраскам. Новая окраска у нас получилась за Неро. Вот такая вот. С черепами. Пускай будет, мне нравится. Голубенькая. Ладно. Договорились. 6000 теперь у нас здесь. Что здесь можно купить? Недавно здесь. До встречи. Я Эва Бергстрём. О, припасы можем пополнить. Дикон Сент-Джон. Все, ребят, да, я пока пополняю припасы, а с вами попрощаемся на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Всем счастливо. Займись всем до новых делом. Встреч. За орду лайк поставь. Идет? Не будь тем, кто не ставит лайки. Ставь лайк.